Итак, ребята, всем привет. Едем мы с вами в фирменном поезде Москва-Воронеж. Двухэтажный поезд такой. Несемся по трассе, по железнодорожной дороге, полотну. Смотрите, сейчас нам разнесли еду. То есть поезд двухэтажный, можно сидеть на первом этаже, можно на втором. Кто как выберет сиденье себе. Я выбрал себе сиденье на втором этаже. И оказалось, что мой билет включает в себя хорошие, комфортные сиденья, такие кожаные. Сейчас я вам покажу. В общем, сиденье включает в себя, их видно вот с той стороны. Они откидываются, там все, что хочешь, можно делать. Плюс к этому всему идет еда, дополнительное питание. В поездах это редкость, обычно приходится покупать. Здесь еда идет как дополнительное питание. Конечно же, я вам покажу самое интересное. Я покажу еду, что именно нам предлагают. Вот что сейчас у меня за окном. Зелень, леса, степи. Все подряд, короче говоря, перемешка. Вот мой стол. Все то, что мне принесли. Во-первых, смотрите, есть классная вещь. По билетам сейчас сразу же, по ценам скажу. Цены на билет. Если сидячий поезд Москва-Воронеж стоит там в простом вагоне рублей там от 600 до 800, то этот билет стоит 1400 рублей, 1440. В него включаются более комфортные сиденья, удобные места, столики. Зал такой. Сейчас я вам покажу зал. Освещение, лампочки. Вот такой вагон, точнее. Внизу под каждым сиденьем разложены вот такие пакетики. Сейчас я вам покажу, что там есть. Открываем, достаем, а там, смотрите, тапочки. Потом ложечка для обувания обуви. И какая-то еще синяя фигня. А, это повязка на глаза. Что спалось хорошо. Все, с этим понятно. Смотрим теперь еду давайте. Из еды у нас две булочки. Одна и вторая. Потом есть такая баклажка с водой. Есть чай. Чай принесли чуть позже. Сейчас, секунду. В общем, чай с лимоном. Сейчас, как же мне открыть? Поверь мне на слово, чай с лимоном. Зеленый чай, листик, и там лимончик. Открываем все, что здесь, смотрим. Вот у нас что здесь, ребята. Вы можете сейчас все увидеть. Здесь сок «Золотая Русь». Натуральный сок написано. 100% апельсин. Не знаю, 100% апельсин — это круто. В Голландии 1,5 литра сока натурального апельсина стоит 20 евро, 1500 рублей на наши деньги. Так, здесь у нас салфетки. Салфетка освежающая. Много-много кусочков сахара. Конфеты освежающая, мята и сливки. И все. Вот так, больше ничего нет. То есть получается две булочки. Сахар для чая. Мята вкусовая. И вот такие булочки. Не густо. Вот такой завтрак или ужин, или обед дают поезд. Хотя бы что-то, потому что обычно в поездах все платно. Даже я сейчас летел британскими авиалиниями. То есть британская компания летела сюда. И вся еда, не летайте British Airlines, потому что вся еда, которая там есть, предлагается именно за бабло, за деньги. У них есть такое меню небольшое, можно прочитать, оно вставлено впереди стоящих сиденьях. И все за деньги, все в фунтах стерлингов, даже небольшую там кружечку кофе или соку себе. Именно надо покупать бесплатно, не раздают ничего. Теперь мы с вами прогуляемся сейчас немножко по вагончику. Вот это, смотрите, это второй этаж. Сейчас я разверну камеру. Вот температура за бортом. Сегодня у нас 20 мая. Температура плюс 25. Там так сыро.
Время 11.08. Вот так выглядит двухэтажный поезд. Чтобы вы знали, как на нем кататься. Вот он, первый этаж. Сидящее сиденье. Поезд идет очень быстро из Москвы до Воронежа за 5,5 часов, за 6. Вот туалетики, пожалуйста. Можно заглянуть, что в туалете. Мы же любим смотреть, что в туалете. Туалеты хорошие, биотуалеты. Все есть, водичка и все остальное. И мы с вами, как всегда. Туалеты хорошие. Все смывается. У меня кнопочку приставил, руку делай, хоп. Быстро, воздушный, водяной способ. Смыло здесь вода. Здесь мыло вот так. Все работает, все отлично, ребята. Туалет красивый. Не прислоняться. Здесь что за дверь? Кнопочку нажимаешь, дверь сама открывается. Это, ребят, тамбур вагона. Тамбур вагона. Это можно переходить по вагону, гляньте. Из одного в другое тоже все автоматически, все включается, раздвигается. Ну, это классный поезд, согласитесь. Вот у нас все пролетающее на улице. Так, дайте я выйду, а то мне сейчас на кнопочку нажал, дверь открылась. И мы зашли. Это я забыл закрыть? Ой, я забыл закрыть дверь. Вот так получше. И вот он, получается, первый этаж, можете посмотреть. Вот так все это выглядит. Ну, а мы поднимемся на второй, на свой родной. Здесь выбрасывается мусор. Вот он, второй этаж. Мы сейчас с вами перекусим. Так. Все. Булочки. Еда. Короче говоря, вот так. Все, ребята. Небольшое такое видео для вас снял. Ничего еще. Думаю, будет интересно. Путешествие продолжается. Мы почти уже в Воронеже. То есть мы прибыли в Россию. С этого момента мы с вами находимся в России. Ну, надеюсь, что ненадолго. Может быть, нам еще придется попутешествовать. Так что готовимся. Всем пока и удачи. И поехали.